Вас приветствует канал DacciaClubMD.ru. И в сегодняшнем видеообзоре мы поговорим о обновленной версии Nissan Qashqai. Итак, поехали! Новый кузов Nissan Qashqai базируется на модульной платформе CFM Alianza Renault Nissan со стойками MC Person в передней подвеске и задней многорычажкой. Причем настройка шасси и рулевого были немного откорректированы. Тормоза по кругу идут дисковые, штатные диски в базовой комплектации на 16, а в более дорогих комплектациях предусмотрены колеса на 17 и 18 дюймов. Габаритная длина машины составляет 438 см, размер колесной базы 265, ширина 184, высота 160, дорожный просвет 20 см. Объем багажника в Qashqai заявлен на уровне 430 литров, но если сложить спинки второго ряда, то получится отсек на 1513 литров. Объем топливного бака 60 литров. По сравнению с предшественником, автомобиль может похвастаться улучшенной аэродинамикой. Коэффициент лобового сопротивления удалось снизить до значения 0,32. Добиться этого удалось в том числе и за счет установки специальных шторок в радиаторной решетке, которые автоматически закрываются при скорости свыше 30 км в час. В случае необходимости дополнительного охлаждения для двигателя электроника автоматически откроет их обратно. Данная система входит в базовое оснащение машин с механической трансмиссией. Также на Nissan Qashqai 2 имеется электроусилитель рулевого управления, системой автовозврата и двумя режимами работы – легкий руль либо спортивный, с искусственным увеличением усилия, между которыми водитель может переключаться самостоятельно. Новый Nissan Qashqai для России будет комплектоваться следующими движками. Это экономичный дизель мощностью 130 лошадиных сил и объемом 1,6 литра. Бензиновый двигатель мощностью 115 лошадиных сил и объемом 1,2 литра. И двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 144 лошадиных сил. Агрегаты комплектуются механическими или автоматическими трансмиссиями. Кроссовер выпускается с полным или с передним приводом. Что касается внешнего вида Nissan Qashqai 2019 в новом кузове, то спереди полностью другая решетка радиатора в стиле последних моделей из линейки производителя, а также иной передний бампер с переехавшим в самый низ противотуманками и прописавшимися на их месте воздуховодами. Кроме того, паркетник получил адаптивную головную оптику, чуть подправленный задний бампер и фонари, новый дизайн колесных дисков и два дополнительных варианта окраски кузова. Это коричневый и ярко-синий. Говоря о салоне новой модели Nissan Qashqai, то здесь появился новый руль с усеченным снизу ободом. Была изменена графика мультимедийной системы Nissan Connect. В топовой версии появилось кресло, обитое кожей Napa. А за доплату стала доступна музыка Bose с 7 динамиками. Кроме того, производитель сообщает об улучшении материалов отделки, установке более толстых задних стекол и дополнительных шумопоглощающих вставок в передних крыльях, моторном отсеке и колесных арках, что помогло улучшить шумоизоляцию. В списке электронных помощников появилась функция распознавания пешеходов с автоматическим торможением и системами, сигнализирующими об опасности при выезде задним ходом. Кроме того, на новом Nissan Qashqai для Европы появилась опциональная система ProPilot, способная самостоятельно разгоняться, тормозить и подруливать для удержания машины в выбранной полосе. В данной таблице вы можете наблюдать все комплектации и ориентировочные цены. С вами был канал со сложным названием DacciaClubMD.ru. Если вам понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик. Ссылка на полный обзор автомобиля находится в описании.